Это же заявление поддерживает порядка 17 батальонов добровольческих, которые сейчас создают совместный штаб, координационный. Но это не направлено против политики государства. Это направлено именно в поддержку президента. Потому что, простите, наша цель не стать хорошими ротными, а наша цель спасти страну. Вы что-то путаете, уважаемый коллега. И от каждого соглашения веет смертью. От каждого Минского соглашения боевики укрепляются все сильнее и сильнее. Невозможно с Гитлером найти общий язык.